Здравствуйте, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги и партнеры. Как всегда, хочу задать вопрос, слышно и видно меня хорошо или нет. Поставьте просто плюсики в чате. Здесь в комнате Мирополис, в соцсетях, в которых идет трансляция. Вот, а мне уже дадут знать, слышно и видно меня хорошо в соцсетях или нет. Неделя пролетела очень быстро. Мы с вами на прошлой неделе говорили немного о технологии Skyway, говорили о развитии нашего проекта. И там было задано небольшое количество вопросов, касаемо перспектив развития нашей компании, ну и того, что было сделано на момент прошлого понедельника. Да. Сказать, что огромное количество новостей у нас появилось за эту неделю, это было бы, наверное, неправдой. Хотя, если вы обращаете внимание на новостной раздел сайта компании Skyway Capital, фактически каждый день там выходит какая-то новость, либо от РСВ, либо своя собственная. Да. Важно отметить следующее, что опять же за прошедшую неделю мы убедились, что в мировой прессе рассказывают о технологии под названием Skyway. Ну и, наверное, многих людей, которые задавали достаточно долго вопрос касаемо развития нашей технологии, да, по поводу устройства рельс. Я вот знаю, что практически там каждую неделю, наверное, не проходило ни одной недели, чтобы под какой-либо новостью в соцсетях наши сотрудники не отвечали на вопрос касаемо, а где же головка рельса, да, почему ее нет. Почему, скажем так, рельс, который мы демонстрировали там, в 2014-2015 году, я как сейчас помню, да, на презентации, на живые, которые проходили в Москве, мы носили с собой этот кусок рельса, например. Да, вот. Я думаю, многие из вас видели, как он выглядит. В принципе, у нас здесь презентация. Сейчас даже покажу этот слайд, который показывает, что из себя представляет струнный рельс. Да. Достаточно тяжелый, вы знаете, мы его носили на презентацию там, как минимум раз в две дня. Показывали, что из себя представляет струнный рельс, да, где там есть головка рельса и так далее, и так далее. И вот, в принципе, вот он, кстати, да, так, именно в таком виде практически мы демонстрировали вживую на презентациях в Москве, как устроен струнный рельс. Единственное, у нас пучки струн располагались не таким образом, как здесь на рисунке, да, вы видите, здесь 6 пучков вверху, а струны у нас находились посередине, и они были, скажем так, не скручены, как здесь, а там, по сути дела, был такой, ну, достаточно большой квадрат, да, сечение, да, в которое вот проходили высоколегированная проволока посередине данного рельса, которая натягивалась на анкерных опорах. Вот, и информация, я думаю, многие из вас читали в новостях, которые были озвучены на этой неделе, то, что для того, чтобы, как и заявлялось ранее, идеально ровная была путевая структура, и чтобы, скажем так, снизить уровень шума, который возникает при движении стального колеса по стальному рельсу, все-таки принято решение для тяжелых транспортных средств, которые будут испытываться на территории экотехнопарка и, скажем так, на территории инновационного центра Skyway в Шарже, будет навариваться головка рельса. Да? То есть это, скажем так, будет снижать уровень шума и будет, скажем так, более ровная поверхность, меньше будет биение колеса, соответственно, будет гораздо более комфортнее катиться по данной путевой структуре. Ну, это, наверное, наконец-то утолит любопытство огромного количества людей, которые все-таки задавались вопросом, почему у нас просто профиль, внутри которого прокачан бетонно натянутый струн, и нет головки рельса. Вот на этот вопрос мы, скажем так, получили ответ на этой неделе, что трассы, на которые будут испытываться более тяжелые грузовые модули Skyway, да, где будет испытываться и осуществляться прогон тележки уже, можно сказать, да, или как его назвали, мул высокоскоростного Skyway, на территории экотехнопарка в Беларуси, там уже будет, по всей видимости, дорабатываться путевая структура и навариваться головка рельса. Но это то, что нас ждет в ближайшее время. Конечно, у нас с вами осталось совсем немножко времени. Сегодня понедельник, а в пятницу вечером уже достаточно большое количество людей из Москвы, в том числе из нашего, сядут в транспортные средства различные и двинутся в направлении Республики Беларусь для того, чтобы побывать на мероприятии под названием «Экофест 2019». У нас совсем немного сейчас людей в комнате, в принципе, причина здесь может быть банальная, потому что и лето, и все что угодно, и может быть не всем интересно действительно слушать данную информацию, но хотелось бы сказать следующее, то что у нас еще и ссылка поменялась на комнату. Вот если вы внимательно, скажем так, заходили в новую комнату, смотрели расписание, полностью изменилась ссылка. Я смотрю, написали, что хрипит. А действительно хрипит, да? Вот тот, кто говорил, что хрипит, он, по-моему, вышел из комнаты. Или звук нормальный, потому что, в принципе, я ставил эхоподавление, когда настраивал комнату, и чтобы не сильно громко реагировал, точнее, микрофон. Давайте я немножко громко снижу тогда. Лучше стал звук, друзья, или слишком сильно задушил его?
Дайте мне знать, пожалуйста, там, я не знаю, что звук единичка, это хорошо или... Что хотелось бы еще сказать, коллеги, да, то, что в Минск у нас на Экофест будет, ну, ожидается несколько тысяч человек, да, если вы еще не успели купить билет, желательно делать вот оставшиеся пару дней, потому что стоимость билета на территории экотехнопарка, вы помните, да, тот, кто смотрел, заходил на сайт Экофест и приобретал билеты, будет стоить, по-моему, если не ошибаюсь, 110 рублей перед, 110 долларов перед входом, да. Последняя цена сейчас, если не ошибаюсь, 40 долларов. То есть, если вы еще не приобрели билеты, и те люди, которые хотели с вами поехать, еще эти билеты не обладают, то лучше купить это сейчас. Что еще хотел добавить, что осталось совсем немного времени, ну, наверное, по двум направлениям. Первое – это на мероприятие, которое у нас состоится в 18 числа на следующий день. Билеты уже не продаются, да, то есть, потому что была возможность приобрести билеты до прошлого понедельника, там, где будет проходить, ну, наверное, праздник это можно назвать, даже не конференция, а праздник реально, где встретятся, скажем так, единомышленники, там более 400 с лишним человек будет на данном мероприятии, где будет Анатолий Дардич, где, скажем так, людям будет отдана дань признания, да, их деятельности, где будет и стол, и застолье, скажем, и танцы, и песни, и так далее, и так далее. То есть будет такой небольшой фестиваль, где соберутся наши партнеры, которые в первую очередь, наверное, занимаются развитием бизнеса Skyway Capital. Вот. И все это можно будет увидеть. Это будет проходить в одном из лучших клубов города Минска. Falcon Club. Это недалеко от гостиницы Marriott. На проспекте Победителей. Самый, что ни на есть, центр города. То есть будет весело, это точно. Ну и очень важно, наверное, отметить следующее. Я вот еду на Экофест все-таки. Я был на всех трех экофестах. Кстати, вот те, кто сейчас в комнате, вас не так много, скажите, а есть ли среди вас те, кто были на экофестивалях, на предыдущих? А тот, кто был на всех трех, вот, из всех, кого я сейчас здесь вижу, поставьте цифру, ну давайте три. Потому что мне довелось быть на первом в апреле, мне довелось быть на двухлетних экофестивалях, которые проходили у нас в июле, в августе месяце. Да? И в первую очередь, вот сейчас я еду, несмотря на то, что я работаю в компании, то, что я вижу, что компания развивается, технологии развиваются. У нас есть огромное количество новостей из тех же Эмиратов и из того же города Минска. Да, то, что у нас развивается, расширяется производственные площади и так далее. Вот. Хотелось бы все, опять же, увидеть снова своими глазами, посмотреть, что сделано в экотехнопарке. Но одно могу сказать сразу, то, что бросится в глаза многим, да, то, что посередине, ну, на территории экотехнопарка, там, где у нас фирменная путевая структура, рядом с ней легкая путевая структура, да, это там, где будет строилась в прошлом году структура для Унивинда путевая, там проложена асфальтовая дорога. Вот. Этого всего не было. Я помню, когда мы приезжали на первый экофестиваль в апреле месяце, ну, там вообще было достаточно сложно ходить, потому что еще дорога, которая была, там мы пытались выровнять, и маленький дождик и прочее, было скользко, грязно даже местами. Сейчас действительно место облагорожено, сейчас построена асфальтовая дорога. Ну и важно понимать следующее. Я думаю, многие из вас смотрели видео, в котором демонстрировалось движение двух транспортных средств Skyway друг за другом. Все, мы это увидим вживую. Вот для меня это важно, да, посмотреть, как, например, сзади догоняющий Юнибус, впереди идущий Юнибус, да, будет притормаживать, либо останавливаться в зависимости от того, скажем так, как будет перемещаться впереди идущее транспортное средство. То есть будет проверяться как раз-таки интеллектуальная система управления, машинное зрение и так далее. Вот я очень хочу на это посмотреть. Конечно же, как и все, кто будут присутствовать на этом мероприятии, мне очень хочется проехаться внутри транспортных средств. Вот я сейчас единственное не могу вам сказать, нам не дали программу. Я могу только предполагать сейчас с вами, да, что не будет, наверное, возможности прокатиться на всех видах транспортных средств, которые там могут быть вывешены, потому что, видите, будет демонстрироваться там эта виртуальная сцепка там и так далее. Да, соответственно, я могу только предположить, что будет возможность прокатиться там, наверное, в юнибайке, в 48-местном, на жесткой путевой структуре. И как вот буквально недавно вышла новость, в конце прошлой недели, мы, может быть, да, и вероятность этого есть, посмотрим испытания и как, скажем так, перемещается, ну, вот тот самый мул, как его назвали, да, либо шасси, наверное, да, высокоскоростного Юнибуса, тот, который был представлен в сентябре месяце 2018 года на Инотрансе. То есть, как там написано в новостях, да, и как говорил Михаил Кириченко, то, что внутренности, может быть, будут убраны. Задача просто, скажем так, ходовые качества проверить, там, тележку, двигатели и так далее, и так далее. То есть, уже начинается испытание высокоскоростного, это тоже очень радует.
Я думаю, многие из вас видели новость о том, что принято решение, скажем так, погонять, по-моему, 14-местную Nimbus до, скажем, пробега 10 тысяч километров. Да? И цель это действительно проверить, как работают все системы данного транспортного средства, посмотреть, не выйдет ли что-то из строя, если будут замечены какие-то недостатки, чтобы в будущем уже выпуская мелкосерийные, например, 14-местные Nimbus партиями, либо уже когда будет осуществляться серийный выпуск данного транспортного средства, чтобы все эти недостатки устранить. Ну, вот как наработка на отказ, да, там в различных отраслях, в той же радиотехнике, там радиопромышленности. В принципе, любая модель автомобиля, которая разрабатывается, да, вы знаете, там, наверное, порядка полугода-год гоняют в различных условиях, там и по грязи, и зимой, и летом, и по дождю, и так далее, и так далее. То есть нарабатывается все, что возможно, отрабатывается работа всех систем, там вот тормоза и, скажем так, кузов и все. То есть, как реагируют, скажем, различные системы, все это будет проверяться на 14-местном минибусе. Что еще хотелось вам сказать, друзья? У нас, вы знаете, продолжает действовать дисконт повышенный 40-45, да, для тех, кто решит приобрести пакет, приуроченный к экофестивалю 2019, но осталось тоже совсем немножко времени. Буквально 3 дня. И данные пакеты тоже перестанут действовать. То есть сейчас еще есть 2-3 дня рассказать своим потенциальным партнерам, либо тем, кто, скажем так, немножко колеблется, что вот есть выгодный дисконт. Соответственно, на $1000 можно приобрести, скажем так, пакет, который будет внутри себя содержать на несколько тысяч долей больше, чем просто если его выбрать после экофестиваля в обычной таблице, в которой любой человек может зайти и приобрести себе пакет за $1000. Там будет, если не ошибаюсь, 35. То есть, ну, 5000 долей, это как бы сейчас, может быть, роли большой не играет, но опять же, если мы двигаемся в направлении выхода технологий на мировой рынок, и как мы все мечтаем с вами, что каждая доля будет стоить $1, да, соответственно, $5000, ну, много это или мало решать вам. У каждого свои какие-то аппетиты, да, кто-то эти деньги не зарабатывает и за год, кто-то, возможно, за день зарабатывает, потому что люди у нас совершенно разные, тот, кто инвестирует в наш проект. Вот. Что еще хотелось бы вам сказать, то что на экофестивале, как я уже вам говорил, да, будет наверняка вестись прямая трансляция, как вот в прошлом году. Помните, да, то есть там в течение всего действия в прямом эфире на канале YouTube корневой компании шла трансляция, а потом уже были сделаны ролики. Вот. Ну, я могу еще сказать, наверное, следующее от себя, да, в первую очередь, действительно, я хотел бы прокатиться на транспортных средствах Skyway. В том году была бы такая возможность, я в 14-местном минибусе немножко проехал, мы даже делали прямую трансляцию с Артемом Исмагилдиным, который у нас является SMM-менеджером, да, и, в принципе, очень здорово работает, выкладывает различную информацию, не только то, что нам дает корневая компания, либо новости Skyway Capital, да, но и находит различные факты развития, скажем так, индустрии мира транспорта, то есть, возможно, многие из вас выходят в наши социальные сети, Контакт, Facebook и другие, где он размещает очень интересные материалы. Поэтому я вам рекомендую заходить в социальные сети Skyway Capital, да, каждый день, и там для вас может быть очень интересная информация. Вот. Но опять же, немножко, может быть, затрону тему блокчейна, да, но не в плане того, что назову вам какие-то даты, когда мы будем покупать и продавать токены, да, и когда мы сможем, скажем так, наращивать свой капитал, если мы владеем этими токенами. Скажу следующее, то что вы знаете, что в Беларуси, да, на белорусском пространстве работа с цифровыми активами, она разрешена на уровне государства. В отличие, скажем так, от всех стран СНГ, вот я, если не ошибаюсь, кроме Беларуси, больше пока ни одна из стран СНГ не дала добро на то, чтобы, скажем так, люди могли приобретать криптоактивы, владеть ими, там, торговать и так далее, и так далее. В Беларуси это есть. Мало того, я хотел бы отметить следующее, то что на территории Республики Беларусь сегодня работает уже, ну, в полный, скажем так, рост работает одна биржа, которая начала работать с начала 2019 года, если не ошибаюсь, Currents.com у нее название, да, и буквально недавно, ну, скажем так, еще не запустилась еще одна криптовалютная биржа, называемая iExchange, то есть на территории Республики Беларусь. Кстати, обе эти криптовалютные биржи являются резидентами парка высоких технологий Большой Великий Камень, называется. То есть то, что строили китайцы, там уже достаточно большое количество компаний. Важно понимать следующее, то что резиденты данного парка на 5 лет освобождены от уплаты НДС и освобождены от уплаты налога на прибыль. То есть целый ряд компаний
с большим удовольствием восприняли данные условия и стали резидентами парка высоких технологий, как и эти криптобиржи. И я могу предположить, не факт, что это будет на 100% именно так, что, возможно, котировки, скажем так, токена Skyway, да, SVG там у нас есть, если вы белую бумагу читали, там как бы так два вида вроде бы криптовалюты, точнее токенов Skyway предполагается создавать. Потому что я на русском языке, точнее, с кривым переводом через браузер, да, через Google переводчик до конца не дочитал белую бумагу. Кстати, а все ли из тех, кто находится в комнате, прочитали белую бумагу, которая была размещена буквально там 7-10 дней назад? Мне, кстати, в соцсетях написали, что меня стало тихо слышно. Я, наверное, все-таки звук немножко добавлю. Да? Чуть-чуть. Вот. Так я говорил про криптобиржи. И возможно, да, котировки на этих биржах будут проходить и токен Skyway. Ну и было бы, наверное, глупо не воспользоваться данной возможностью, потому что, скажем так, основные производственные площади на сегодняшний день нашей компании находятся именно в Республике Беларусь. Вот, скажем так, Шарджа и целый ряд объектов Объединенных Арабских Эмиратов, которые тоже начнут строиться, я думаю, в этом году в том числе. Это пока больше, наверное, связано, скажем так, с демонстрацией возможностей транспорта, а производство пока все-таки у нас в первую очередь на территории Республики Беларусь. И основные, скажем так, кадры и прочее находятся у нас именно там. Поэтому я думаю, что вероятность сотрудничества с криптовалютными биржами, которые находятся на территории Республики Беларусь, оно, наверное, достаточно высоко. Хотя я это не утверждаю, да, вот и не говорю на 100%, но я могу только предполагать, было бы, наверное, ну, не могу сказать, слово глупо не подходит здесь, да, ну, наверное, неграмотно не воспользуюсь данной возможностью, тем более, скажем так, криптонаправление, крипто, скажем так, индустрии на территории Республики Беларусь разрешит. Вот. Итак, друзья, что еще бы вам хотелось сказать? А есть ли в комнатах те люди, которые планируют ехать на территорию Республики Беларусь с целью посетить экофестиваль, который у нас будет через 5 дней? Я просто себе сделал небольшую закладочку. Вот я в Беларуси бываю довольно часто. Кстати, погода вроде бы я посмотрел. Я вот сегодня тоже оттуда вернулся. Обещает быть 17-18 числа, вроде бы как даже без дождей. В пределах там 22-23 градусов. Вот. То есть должно быть достаточно комфортно и не очень жарко, да, и без дождей, соответственно, возможность не попачкать там ноги и так далее, и так далее. Вот, то есть погода не должна нам испортить праздник. И, в принципе, добраться до эко-технопарка достаточно просто. Я сейчас попробую, не знаю, получится у меня или нет, открыть экран. Так. Я думаю, те из вас, кто планирует приехать, уже читали, да, о том, что транспорт на территории экотехнопарка у нас будет идти от станции метро Первомайская. И если вы будете приезжать в город Минск благодаря, скажем, точнее, железнодорожным транспортом, например, да, то добраться до станции Первомайская достаточно просто. Я вот пару лет подряд хожу пешком. Можно сесть в метро, там, да, осуществить, скажем так, пересадку, доехать до станции Купаловская, пересесть на Октябрьскую, там она называется Кострищенская. А можно вот прямо с железнодорожного вокзала выйти на площадь железнодорожного вокзала, пройти немножко вправо, там есть улица Ульяновская, по которой прямо вниз, да, мимо стадиона «Динамо». Вот. Тут 1,5 километра всего идти. Достаточно небольшим, точнее, не быстрым темпом, вот написано в Яндекс.Картах 18 минут, но примерно так оно и есть, если вы будете там сумкой, не сумкой, если вы сразу как бы с паровоза и так далее, мы будем примерно вот так и двигаться. Мы приедем чуть раньше, с 8, по-моему, да, там начнется движение автобуса в сторону экотехнопарка от метро Первомайская, вот, тут будет стоять целая цепочка автобусов. По мере заполнения автобусы будут отправляться. Тут, кстати, я не знаю, насколько вы любите фастфуд, прямо на площади железнодорожного вокзала тут есть KFC, вот, прямо напротив вокзала. Здесь есть KFC, тут есть Макдональдс, те, кто приедут пораньше. Вот. Есть еще какие-то фастфуды местные. Так что можно перекусить и громко гагача, дико озираясь, по улице Ульяновской спуститься до метро Первомайская спокойно, в спокойном темпе сесть в автобус и доехать до территории экофестиваля. Я вот планирую где-то
полдевятого, наверное, сесть в автобус, приехать там в первой части инвесторов на территорию технопарка, чтобы успеть посмотреть, когда еще небольшая толпа, на все, что там нам будет демонстрироваться, да, вот, и без шума, без гамма, там, если даже будут катать с утра, успеть прокатиться, а дальше уже, наверное, заняться тем, чтобы в первую очередь выслушать доклад Анатолия Эдуардовича Юницкого. И вот еще от себя, наверное, добавлю следующее. Смотрите, друзья, нам часто задают большое количество вопросов, ну, на которые нам трудно ответить, да, то есть на которые могут ответить конструкторы, либо там о планах, когда мы что будем делать и так далее, да, почему мы не делаем вот так, как вам бы хотелось, и у нас вроде бы все есть для этого. Я вам всем рекомендую сделать следующее. Вот вы едете на территорию экотехнопарка, вы едете на территорию экофестиваля, вы едете, скажем так, для того, чтобы убедиться своими глазами в том, что все это делается, а задайте там вопросы. Там будет вот Анатолий Эдуардович Юницкий отвечать на вопросы. Вот задайте те вопросы, которые сидят у вас где-то там в глубине, в ваших почках, в печени, да, которые вот они довольно неудобные и так далее. И пусть вам, скажем так, от первого лица генеральный конструктор ответит. Что, почему, когда и так далее, и так далее. Вот. Потому что часто мы бываем, скажем так, начинаем доставать людей, как говорится, не по окладу, которым отвечать на данные вопросы, да, когда приезжаем, где мы можем напрямую их задать, почему-то мы этого не делаем. Поэтому экофестиваль – это именно то место, где вы можете, скажем так, задать вот те вопросы, которые вас больше всего беспокоят. Неважно там, где они у вас сидят, как я сказал, в почках, в печени, либо в голове. Вот, приедьте и озвучьте. Получите ответ, да, переварите его. Если, скажем так, не все будет понятно в ответе, уточните какие-то вопросы, да. Вот. И оттуда вы вернетесь уже, скажем так, с чистой головой, как говорится. Ну, по крайней мере, получите ответы на то, что вас очень долго беспокоило. Вот. Я буду внимательно слушать доклад, я буду, наверное, внимательно слушать перспективы развития нашей компании и точно так же буду внимательно слушать ответы на наболевшие вопросы огромного количества инвесторов, касаемо развития там, и криптоиндустрии, наверняка люди будут задавать вопросы, да, и строительство в Шарже, и строительство в экотехнопарке и так далее, и так далее. То есть все это нас ждет, и все это будет достаточно интересно. Вот, поэтому, если еще, скажем так, не решились, но где-то внутренне хотелось бы попасть на территорию Экофеста, приезжайте. Вот. Потрогайте руками то, что для вас кажется, возможно, что это нарисовано, да, потому что есть несколько отзывов людей, которые считают себя, скажем так, экспертами в разных направлениях, в сфере финансов, инвестирования, криптовалюты, транспорта, да, вот я видел отзывы разных людей, которые писали, что похоже на анимацию, похоже там на 3D чего-то там, и все это, наверное, не действующий транспорт и так далее. Вот я этим людям предлагаю сесть в транспорт, я не знаю, самолет, поезд, автомобиль, в конце концов, да, если вы еще из Беларуси сомневаетесь. Приедьте, посмотрите, что это, нарисованное двигается, да, это либо это реально все. Вот, Экофест, он как раз-таки, ну, как мы говорили в наших презентациях, это, наверное, ежегодный отчет компании о том, что было сделано за прошедший год. Что было сделано вот за 2018 и 2019 год с предыдущего экофестиваля. Да? То есть, какие важные вехи, чего мы добились, что мы смогли сделать, чего мы, кстати, не смогли сделать, потому что, ну, не всегда, скажем так, удается сделать то, что запланировалось, да, иногда делается больше в каком-то направлении, где-то, скажем так, бывает провал. Я думаю, что наша компания не избежала ни первого, ни второго. То есть где-то мы действительно опережающими темпами развиваемся, где-то, наверное, тормозимся, вот об этом, обо всем нам и расскажут. Вот таким вот образом. Чем-то удивить вас сейчас на данном мероприятии, которое у нас проходит, ну, наверное, будет сложно, потому что основные новости я как бы озвучил, да, вот, дорогу от ЖД вокзала до метро Первомайская тоже показал. Но, в принципе, тем, кто, у кого будут тяжелые шмотки и прочее, там две остановки метро. Сели на вокзале, одну станцию проехали выше на Купаловской, перешли на Красную ветку, да, вот, и доехали до метро Первомайская. Те из вас, кстати, кто был на вторых днях, да, которые проходили в гостинице Пекин, вот как раз таки в гостиницу Пекин пешком можно идти от метро Первомайская, либо от метро Тракторный завод, ой, от метро Пролетарская следующая, то есть там либо 100 сторон. Вот такие дела, коллеги. Еще раз повторюсь вам о том, что осталось всего несколько дней действия пакетов с повышенным дисконтом
внутри личного кабинета Skyway Capital, да, то есть вы можете воспользоваться, приобрести за 1000 долларов с основного счета, у вас будет дисконт 40, а если вы строите партнерскую структуру и у вас на бонусном счете накопилось даже 1000 долларов, да, у вас есть возможность их вывести, но есть возможность купить пакет с повышенным дисконтом 45, воспользуясь деньгами с бонусного счета. Соответственно, как правило, люди-инвесторы, у которых партнерская программа совсем не запущена и прочее, ну, могут воспользоваться только первой частью данной акции, это приобрести с основного счета за 1000 долларов с дисконтом 40. Вот таким вот образом. Ну, а сейчас, наверное, все-таки какие-то вопросы, если таковые имеются, да. Я говорю, что все сейчас уже нацелено на то, чтобы действительно приехать на территорию Республики Беларусь, да, в очередной раз побывать на территории Кафеста, территории, точнее, экотехнопарка. Вот. И, в принципе, вот сейчас даже в процессе, пока мы с вами общаемся, пришла новость какая-то касаемо того же самого экофестиваля. И, в принципе, если у вас 30 секунд не затруднит, я, может быть, даже вам ее озвучу. То есть, о чем идет речь, что нас ждет и так далее. Вот. Если есть вопросы какие-то, коллеги, пишите сейчас, да, и мы с вами немножко пообщаемся. Либо опять, как я говорю, какая-то боль внутренняя, да, то есть сомнения, вот, то, о чем бы хотелось вам поговорить сейчас, озвучить и так далее, и так далее. Ну, тут рассказывается в новости, которую вы сможете в ближайшее время увидеть, то, что, скажем так, все-таки отозвались какое-то количество людей, которые привезут почву, да, и будет создан банк почвы. Помните, вы знаете, одно из направлений действий, точнее, деятельности компании, это вот создание, скажем так, гумуса того, о чем говорит Анатолий Эдуардович Юницкий и так далее. Вот. Ну, говорится о том, что будут какие-то игры, квесты, что будет фудкорт, но я думаю, это никого не удивляет, да, то есть... Аттракционы какие-то будут с ниндзя-парком и каким-то конструктором. Вот. Снова будет возможность посетить музей, который совмещен с анкерной опорой. Будут фотозоны. Я думаю, многие из вас видели, да, в том году, скажем так, в нескольких местах можно было сфотографироваться. В этом году сказано, что этих фотозон будет несколько. Будет целый ряд сувенирной продукции, которую можно приобрести, да. Ну и то, что будут проводиться испытания, то, что я вам говорил, будет продемонстрирована автоматическая система управления искусственным интеллектом, о чем мы с вами уже слышали, да. Вот. Ну и последние новинки, которые разработали наши конструкторы, мы с вами должны будем увидеть. Вот таким вот образом. Ну и то, что нас будут катать. Там, опять же, в этой новости, она скоро выйдет, озвучена, рассказывается об итогах фестивалей, которые были. Так, масштабная это на затея, чтобы за пару лет его освоить, нужно просто набраться терпения и подождать. Все обязательно будет хорошо, мы почти у цели. Спасибо вам, Борис. Да, действительно, объем работы выполнен большой, но предстоит выполнить не меньше, поверьте мне, может быть, даже больше. По поводу какой электростанции будет идти ток на струны, вы знаете, давайте мы вот этот вопрос, если вы хотите, вы можете задать на экофестивале или попросить кого-то из ваших знакомых, кто там будет. Вот. Но от какой электростанции? Все будет зависеть от того, где будет построена дорога, Ленар. Вот. И вопрос, я не хочу как бы так вопросом на вопрос. Вы имеете в виду, какой тип электростанции будет использован? Атомная, тепловая, либо гидроэлектростанция, или... Вам именно название сказать, которое расположено где-то территориально, она будет давать электричество для перемещения транспортных средств. Но если на территории Республики Беларусь будет реализован только съем, то, соответственно, скажем так, энергогенерирующие предприятия, которые находятся на территории Республики Беларусь. Вот. Если это будет в Объединенных Арабских Эмиратах, соответственно, их энергосистема будет использоваться. Поэтому как бы вот конкретно сказать название электростанция, либо, скажем так, ее территориальное размещение, ну, я вам сейчас просто не могу. Тем более, если так вот между нами говоря, не все, скажем так,
места, где будет в Объединенных Арабских Эмиратах осуществляться строительство, мне известно на сегодняшний день. Об этом нам, кстати, скажут наверняка на территории экотехнопарка вот в эту субботу. Давайте подождем. Вот. Какие еще вопросы, друзья? Да, атомная, тепловая. Ну, поймите правильно, конечному потребителю, который будет использовать электричество, да, для перемещения транспортных средств, в принципе, по барабану, каким образом сгенерирована электроэнергия. Главное, чтобы она была. Озвучить ссылку по поводу токенов. Не совсем понял, какую ссылку по поводу токенов, но поймите правильно. Я могу сказать следующее. Что у нас сейчас за информация касаемо токена SkyWay? У нас есть сайт на английском языке, да, где вы можете личный кабинет свой создать. Вот. И у нас там есть белая бумага уже выложенная, но она тоже на английском языке. И прочитать белую бумагу вы можете, ну, благодаря, скажем так, переводу в браузере, да, будь то Mozilla, там, например, либо Google Chrome, можно текст перевести. Там, если я не ошибаюсь, в белой бумаге SkyWay на сегодняшний день по токену 103 листа, да, то есть вы можете эту информацию посмотреть, там рассказано преимущества технологии, почему она будет использоваться. Вот и дальше уже идет и дорожная карта развития проекта, там предполагаемые адресные проекты, которые благодаря данной, скажем так, схеме движения будут задействованы и так далее, и так далее. Поэтому по токенам вы можете почитать там. Единственное, что я говорил сегодня на нашем вебинаре, то, что на территории Республики Беларусь, где разрешена, скажем так, деятельность направления криптовалюты и токенов и так далее, уже работают две криптобиржи. Возможно, какая-то из них, либо обе, да, на них будет осуществляться монетизация токена SkyWay. Но это вам сейчас на 100% сказать не могу, я могу только предположить. Но, может быть, так оно и будет. По поводу деревянного дома в Шарджи я вам тоже сказать ничего не могу. Я не знаю, остановилась там стройка или нет. Но мне кажется, основной объем работ там был выполнен достаточно давно. Может быть, там сейчас какие-то отделочные работы идут и так далее. Но я не слышал, чтобы там остановили стройку деревянного дома. Да? Вообще, по Шарджи последний, наверное, месяц информации подробно никакой не было. Но опять приезжайте, Лео, Миша, да, приезжайте в Белоруссию через 4 дня и задайте этот вопрос. Я думаю, там об этом будет рассказано. Даже если вопрос не зададите, Анатолий Эдуардович об этом расскажет. Что там сделано, до какого уровня, скажем так, стройка там дошла и так далее, и так далее. Вот. Главное, чтобы, вот видите, я посмотрел про погоду, да, вот если тем людям, которые будут ехать на экофестиваль, чтобы не было дождя. Потому что, если честно, дожди достали, начиная где-то с последней недели июня. И вот по сей день они у нас периодически идут, и лето закончилось в июне. Вот. Какие еще вопросы есть, коллеги? Вы знаете, ну вот вопрос звучит так. Как получилось, что у нас партнеры из трех стран, да, когда стран всего 195, но стран где-то там 200 с копейками, совсем чуть-чуть, да? Вот. Но дело не в этом. Не совсем корректно, наверное, написано или озвучено. Вы знаете, есть страны, есть там территории какие-то и так далее. Да? То есть есть большое количество образований, которые как бы так странами совсем назвать нельзя. Поэтому, наверное, 300 я вот не знаю. 300, я, например, никогда не слышал и не озвучивал цифру 300, ну, потому что это было бы действительно неправдой. Вот. И стран всего порядка около 200. Да? Вот есть как бы еще территории заморские целого ряда стран, которые там можно считать отдельной территорией, можно считать, скажем так, принадлежность к крупным каким-то странам. Но вот есть, например, те же самые там Гваделупа, да, французская Гвиана, там еще чего-то. Вот их вроде бы как в списке ООН нет, да, а люди у нас оттуда зарегистрированы. Да, Танина, я знаю, что в Сибири, скажем так, горят, причем, как вам сказать, абсурд такой, что вот возьмем Иркутскую область, да, у которой, скажем так, часть Иркутской области утонула, а часть ее горит. Вот, то есть настолько большая территория России, что в одной области может осуществляться ситуация, где-то засуха и пожары, а где-то наводнение, и люди страдают от того, что огромное количество воды. По поводу переговоров с Узбекистаном, ну, ребята, вот только приехала, да, первая делегация оттуда и так далее, и сказать, что там сейчас сразу завязалось что-то, наверное, было бы неправдой, потому что, я думаю, многие из вас слышали новости о том, что основное направление по движению
нашего проекта сейчас – это Объединенные Арабские Эмираты. То есть каким-нибудь образом впишется ли, скажем так, в график работы наших представителей Узбекистан, не могу сказать, но то, что они интересуются, это уже хорошо. Вот. А куда там завели переговоры и были ли переговоры о конкретном, скажем так, применении технологии уже, да, в конкретном месте, я этой информации не видел. Я знаю, что как бы общались, да, была делегация, были представители Наманганской области, я помню, скажем так, еще в составе Советского Союза, она автономная на территории Узбекистана. Там была команда Новбахор Наманган футбольный, которая играла во второй лиге чемпионата СССР. Футбол просто люблю, хоккей люблю, баскетбол и любовь. Так, Антонина подтвердила, наверное, мои слова касаемо пожара и наводнения, да? Ну, бывает. Итак, друзья, есть ли еще какие-то вопросы ко мне? Потому что у меня нет цели, скажем, вас привязать просто, скажем, на какое-то время, оторвать от жизни, которую вы планируете что-то делать, да, и впустую потратить ваше время. Вот. Основные какие-то моменты, которые были важны для меня, например, на сегодняшний день, я озвучил. То, что нас ждет в ближайшее время тоже. Я думаю, что в следующий понедельник, а у нас будет наверняка вебинар в следующий понедельник, уже будет есть, точнее, будет чем поделиться. То есть приедем с эмоциями, приедем, скажем так, с технопарка. Каждый по-своему потрогает слона, да, и расскажет, как он выглядит. Вот, даже зрячие по-разному видят данное животное. Не говоря уже о слепых, знаете, да, это притча, когда подвели слепых людей и дали потрогать слона. Каждый трогал за свое место, и у каждого сложилось свое мнение, что это из себя представляет. Вот. Здесь мы должны увидеть глазами, душой, сердцем где-то, да, и все равно я знаю, что будет тысяча мнений. Вот, у каждого будет своя картинка, представление того, как развивается технология, к чему мы пришли и так далее. Но я думаю, что позитивных, скажем так, людей будет гораздо больше. Не знаю, позовет ли Сигал Томми Ли Джонса. Вот. Будет видно. Я не знаю вообще, будет ли Сигал кого-то звать. То есть это дело сугубо личное, да. Вот. Появился Сигал в экотехнопарке, хорошо. Возможно, появятся и другие какие-то люди, да. Ну, делать упор на то, что сейчас Сигал сорвется и начнет всех актеров Голливуда звать на территории экотехнопарка, ну, я бы, наверное, не стал. Вот таким вот образом. Да, у него, наверное, есть еще чем заниматься в этой жизни. Итак, друзья, ну, наверное, на этом будем заканчивать, хорошо? Вот, те, кто из вас будут на территории экотехнопарка на экофестивале 2019 года, возможно, пересечемся. Хотя, вы знаете, бывает даже с людьми знаком, приезжаешь, там ходишь, смотришь, созваниваешься через пару дней после экофестиваля, спрашиваешь, ты был, был и я был, а вот мы не встретились. То есть людей может быть много, поэтому кого-то, наверное, увижу там. Подходите, буду рад пообщаться. На этом у меня все, коллеги. Я думаю, что в понедельник действительно информации будет намного больше. Поговорим о том, что мы увидели на территории Республики Беларусь. А эта неделя всем хочу пожелать, пусть она будет летней, интересной, живой. Здоровья, любви, денег вам самим, вашим родным, близким. Вот. Ну и успехов в делах, в том, что вы делаете, и удовольствия, удовлетворения от вашего творчества. У меня на этом все. До новых встреч. До свидания.